Всем здорово, ребят! Ну что, у нас сегодня Майнкрафт, и решил я дальше продолжить учиться игре в Майнкрафт. Не знаю, насколько меня в этот раз хватит, но в прошлый раз нас хватило, по-моему, на пару недель. Решил я проходить все-таки обучение, учиться в одиночной игре выживать постепенно, и, возможно, скорее всего, будут стримы вечерние по игре. Ну и плюс я хочу дальше... Идею мы пробовали с вами создавать сервер, но его руинят, как обычно. В итоге я пока я пока в раздумьях насчет того, как именно создать, на каком хосте взять сервак, потому что со своего компа, в принципе, раздачу тоже можно делать, но это надо, чтобы он был все время включен. И, в принципе, у меня неплохой бы был бы сервак, но это, в принципе, нереально. А вот поэтому придется брать у кого-то хост. Поэтому, кто знает, напишите, какие есть хорошие хосты, чтобы мы посмотрели, выбрали что-то интересное. Ну и я над раздумьями все-таки делать официальный вход через официалку, нежели делать пиратку. Ну, посмотрим, это мы тоже решим. Ну, по крайней мере, так можно будет хотя бы нормально пофаниться теми, у кого есть, потому что есть много любителей поруинить, да, и, в принципе, там смогут поруинить. Ну, я думаю, что-то подберем со временем по настройкам. Не знаю, правда, какую версию, но я у себя решил пока начинать обучение. Так, что-то у нас новый мир. У нас будет выживание нуба. Номер один. Так, кстати, где ты? Давайте так сделаем. Поехали. Посмотрим, что тут у нас. О, нифига себе. Что-то новое. Давненько я уже в Майнкрафт не забегал. Не помню сколько, наверное, больше месяца. Будем сейчас сегодня строить наш первый домик. Такс. Я многое, честно скажу, не знаю. Надо будет еще, кстати, найти шейдера. Ничего себе. Ничего себе. Смотрите, какие бабочки летают. Бабочки летают, коровки бегают. Так, ладно. Так, не понял. Разве бег? Где-то сейчас найдем нормальное место для нашего первого домика, пока не настала ночь. О, Рылев, здорово, иди сюда, иди. Берем мясо и шкурку. Такс. Надо ему, кстати, точек. Чё мы такие? Это здесь, да, он был? Надо два. Это еще лестница. Гербарий ему. О, нормально. В общем, поехали. Будем искать сейчас место. Для нашего домика. Я думаю, попозже, не знаю, посмотрим, когда буду, распределю уже свое время, потому что вы знаете, что рулеточка. Так, может где-то здесь сделать. Борик. Сразу уголек нашли. Нету времени, не хватает времени на все. Я уже даже перестал частично битву замков, как раньше, задротить снимать, потому что неинтересно, аудитории фактически нет. Все уходят, нету смысла особо заморачиваться над убитой игрой. Плюс есть другие игры, которые можно стримить. В общем, будем по чуть-чуть переделывать формат канала. Так, есть. Что там у нас?
Ну, сам себе написал. Так. Что мы можем сделать с вами? Делаем доски. Так, отсюда можно сделать верстак. Блин, я уже давненько не бегал. Так, верстак мы сделали. Палку. Блин, вот многие говорят, что это херня, но реально игруха настолько прикольная. Хоть она и смотрится как детская. Так, нам надо больше. Турик может. Турик может. Вы чё? Вы чё? Куда выкинул? Так, и это сделал. Так, это тоже сделали. Надо по бырику. По бырику надо. Кстати, можете писать, может, что-то я где-то не догоняю. Я еще, ну, в этой игре. Но со временем... Ой, там что-то горит уже. Кого-то там пердак горит. Поехали посмотрим. О май гад, пожар. Блять, лес горит. Это просто ужасно. Это в принципе. Так, давайте березы нахапаем. Осталась одна листва. Так, ну что, где мы тут будем? Ну давайте где-то здесь начнем мать копатель онлайн. Добейся давай. Так, уголек у нас есть, уже есть. Медленно, конечно, железо нам найти. Хули хотеть с такой кирпич. Что-то. Так, тут, короче, у нас... Такс. Что нам еще такого интересного? Давайте еще одну кирку забабахаем. И... Так, еще одну нам не хватило, да? Понятно, все. Просто... А, у нас палок нет. Палка. Блин, это надо еще как-то выучить. Так, окей. Угольный блок, костер. Я нахрен не костер. А, так, меч нам, наверное, рановато делать. Бочка тоже не нужна. Надо еще нам, наверное, корик. Корик записать. Будем рубить сегодня. Так, надо нам будет еще найти нормальные шейдера.
Мне нравится. Смотришь на небо 460 FPS. 600. А просто бежишь 33. Хорошая. Так, каменный век, ёпарас это. Я, ребята. Так, хорошо, каменный. Поехали. Где там мой верстак? Давайте где-то его сюда запиздячим. Видишь, он здесь. Такс. Сундук, ну, наверное, надо. А, сундук, каменный топор, однозначно, да. И каменная кирка нам нужна. Деревянные мы сейчас используем. Так, короче, нам надо двери. Это все хорошо, но нам нужны двери. Так, печка. Что однозначно 3 штуки, блядь. Как форт. Так. Не хочет нравиться. О, вот так вот пойдет. Еще что немножко квадратное. Делаем вот такой вот декор. Заебись, как раз. Теперь нам зомбаки не страшны. Изи. Так, факела. Факела, которые... В битве замков. Так, еще, наверное, на улицу. Ставим один, второй. А с одним мы будем бегать. Отлично. Так, что там у нас уже вечер? Ну все. Поехали. Поехали разрабатывать пещеру. Ну, пещеру, которую вы подумали, а самую обычную пещеру. Такс. Наверное, немного территорию расширить. Короче, у нас будет по ходу кухня. Печка. Ну, пока одну поставим. Я 3 двери запилю. Так, тут печка. Что нам нужна кровать, походу. Такс. Для кровати, если я не ошибаюсь, нам нужна шерсть. Нам бы, конечно, ее пилить. Было видно, что делается, но...
в пол самый последний эпизод. И это окно, блядь, только что было. Термодное, березовое, опять две штуки. Делаем все с запасом. Вообще огонь, сотрите. Форточка то, что надо. Огонь. Так, ну что, поехали. Так, если тут у нас будет, тут где-то кровать запиздячим. Поехали. Так, чтоб сразу нет. Кстати, пожрать что-то. Жарится. Жарим барбекю. Здравствуй. Блять, это тут стрёмно уже. Так, как там нас учили? Одной писью, во второй кирка. Факел. Ты чё не светишь? Это он стрёмный. Идём, не светит. Это разводняк, короче. Ладно, будет так жевать. Блядь, ты куда падаешь? Хватит падать уже. Зончик подъехал, не знаю, вам слышно, не слышно. Потом определимся со звучанием. Заебись. Первый подкуп. В общем, такие вот дела, ребят. Наш домик готов. Не знаю, посмотрим, буду на стримах проходить. Скорее всего, дальше учиться выживать. Более опытная в этом деле. Заебись, чистота. Кого нет. Наша квартирка готова. Все, пишите комменты, ждите стримца. Будем дальше покорять кубики. Всем удачи, всем пока.